Шанхайский музей – пример впечатляющей архитектуры и продуманного использования современных технологий, кладезь национальных сокровищ Китая, являющихся славой и гордостью этой страны. Внушительное здание музея общей площадью порядка 39 000 кв.м. было выстроено на Народной площади Шанхая в период 1992-1996 годов, и его дизайн напоминает древнекитайский бронзовый сосуд для жертвоприношений духам Дин. Китайский архитектор Хинг Тонг, занимавшийся проектом музея, сказал, что вдохновением для него послужила также древняя китайская философская концепция о том, что Земля представляет из себя квадрат, а небо – круг. Именно поэтому у здания музея квадратное основание и круглый купол. К древним представлениям об устройстве мира архитектор здания обратился не случайно. Именно древнекитайскому искусству посвящено большинство экспонатов музея. Коллекция, которая стала демонстрироваться с 1952 года, когда музей был впервые открыт для общественности в тогда еще старом здании, сегодня насчитывает более 120 тысяч артефактов. Внимаю посетителей представлены изделия из бронзы, керамики и нефрита, шедевры каллиграфии и старинной мебели, редчайшие образцы монет и китайской печати, скульптура и живопись. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.